Так, что ж, привет, ребят. С вами я, Фогл. Сегодня мы посмотрим трейлер на Stalker 2 «Сердце Чернобыля». Это официальный геймплейный трейлер. Просто Stalker 2. Просто я знаю, что я опоздал. Все уже сделали обзор на Stalker 2, то есть на его же не трейлер. Но все равно я хочу заснять это видео и выложить его на канал. Ля как спали. Так, что я могу здесь сказать уже? То, что здесь, я так понял, это... Мы играем за главного героя, и мы встретили своих друзей, или не друзья, не знаю, ну, короче, это сталкер. Я так понял, мы играем за группировку сталкеры. Судя по всему, мы находимся, ну, как обычно, наверное, в на локации кордон, деревня новичков, наверное. Тоже есть дома и так далее. Ну, чего там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Кстати, модельки прикольные, мне нравятся. Кстати, ну, пока все балдёжно, мне пока все нравится, типа, балдёжно. Ну, давай, малюй картину маслом! Так, вот это начинается самое прикольное, то есть... То есть это типа, графика будет такая? Мне просто интересно, это внутри будет такая графика? Так, я так понял, это сейчас была группировка бандиты, ну, потому что они, ну, как-то так странно выглядели. Кстати, модельки оружия тоже прикольные. Ну, подбор оружия. Вот. Стрельбу надо доработать, да. Мне кажется, стрельбу по-любому надо доработать. Так, так чуть получше, думаю, еще балдежно будет. Поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалиями... О, кстати, а вот это вот, по-моему, локация болота. Аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. О, аномалия. Кстати, новая плоть. Ну-ка. Что это? У меня одно предположение, мне кажется, что это детектор. Единственное, что могу предположить. Детектор, пацаны, очень какой-то странный, очень странный. Оба-на. Это что так понятно? Вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Артефакт у тебя как-то очень странно выглядит. Ну ладно. Первый год в зоне вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Кстати, мне нравится голос главного героя. Типа он балдежный. Балдежный. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Тише, тише. Это я так понял, техник. Узнаешь мотив? Что-то чел какой-то странный. Кстати, по-моему, место какое-то очень сильно знакомое. Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь! Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О,
Мсье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Мне на... Ребят, трейлер крутой. Мне Фиссура! Они вам лабораторию найдут. О, лаборатория. Балдёж, я так понял, это Сайга, наверное? Я сейчас кровосос. Оба-на. Вот так вот выглядит кровосос. Но здесь он выглядит намного, ну, страшнее, чем в первой части. Здесь он намного страшнее выглядит. Да пошел ты. Согласен. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Не, балдеж, балдеж. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Оба-на. А это что такое? Он мучил. Подожди, это типа получается, типа вся локация какая-то, или это типа вся Припять? Ну, типа, вся зона отчуждения или величия. Не знаю. Сам. Нет. Пока все очень... Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла бы... Так, получается, кого-то убил, что ли, главный герой? Герой или чё, я... Быть свободна, пока он жил! Зато теперь... Посмотри на неё! Нет, Скиф. Так, главного героя зовут Скиф. Кстати, по-моему, Скиф был в разных модификациях на Сталкер. И довольно-таки часто, ну, главного героя звали Скиф. Это прям реально слишком часто было. Я не отдам ее никому. Зона дала... Мне этот чел кого-то напоминает, реально. Чел реально кого-то мне напоминает. Мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Пацаны, это, по-моему, голос пушка. Так, ну там вот монолитов. Бля, прикольный голос пушка. Только что-то прицел зря убрали. Мне кажется, так бы было бы еще и эпичней. Охренеть. Так, о, звук, ну, уведомление на КПК приходит. Прикольный звучок, прикольный звук. Уже пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Нужно с ним поговорить, в смысле, с кем? С тем челом, который мы встретились на какой-то, на каком-то здании, на крыше, не знаю. Удачной охоты, сталкер. Удачной охоты, сталкер. Мне нравится, как это говорят. А, сталкер 2... Сердце Чернобыля, ну, понятно, 28 апреля 2022 года. Да, как такой трейлер получился. Мне трейлер, ребят, понравился очень сильно, все балдежно. Хороший трейлер, игра, ну, игра по трейлеру, ну, в плане картинки и чего такого, мне все понравилось еще так-то. Но как по мне, надо там... немного доработать стрельбу и, наверное, подбор оружия и все. А так все классно. Ничего не могу сказать больше такого сверхъестественного. Хороший трейлер, мне все понравилось. Значит, 28 апреля 2022 года она как раз таки выйдет. Кто не знал, 28 апреля у меня как раз день рождения. Ну и поэтому как раз таки пока к тому времени, ну, к 28 апреля 2022 году, ну, к 2022 году я должен хорошо подготовиться, хорошо прокачать свой комп и
начать проходить Stalker 2. Я, наверное, накоплю тут. Мне там чуть-чуть осталось накопить, и я вскоре сделаю предзаказ. Ну и как-то так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фогл. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Посмотрели мой трейлер. Мне все понравилось. Всем удачи и всем пока-пока.